Робот-помощник – инновационная разработка в области медицины, ранее считавшаяся фантастикой, постепенно становится повседневной реальностью. Как данное достижение применяется сегодня в медицине республики, расскажут наши корреспонденты. Сегодня медицина – это не только взаимодействие двух людей – врача и пациента. Технологии передали часть функций роботам. Аппарат InTouch Health трудится в республике с 2014 года. Врачи могут быть там, где им нужно, виртуально. Единственным препятствием качественной работы данного аппарата становится отсутствие интернет-связи. Подключение у нас была проблема с интернетом, была недостаточная скорость. В процессе все-таки связь состоялась. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы в районных больницах скорость интернета была повыше. Сегодня число помощников в республике увеличивается, и уже 3 робота успешно выполняют свои функции. Телемедицина способствует решению проблемы с нехваткой высококвалифицированного персонала. Компактный переносной робот позволяет медицинским работникам проводить осмотр, подключив к работе врача на расстоянии. Разъемы для подключения медицинского оборудования помогают ставить правильный диагноз и следить за состоянием пациента. Например, во многих районах не хватает врачей-кардиологов, узких специальностей. У нас есть возможность выйти на них. Использование машины в медицинских учреждениях позволит врачам работать эффективнее, наблюдая за пациентами без личного присутствия. Это крайне необходимо в условиях чрезвычайных происшествий для оперативного диагностирования необходимой помощи, а также для оказания медицинской помощи вне зависимости от места проживания. Екатерина Слесарчук, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.